и Юрия Ряшенцева стали украшением гардемаринов. И в этом нас еще раз убедит Александр Казьмин. Или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали похместь, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь. Не вешай нос! Влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых и кошелек, а голова. Но шпаги, свисты, бой картечи и тьмы остались.